Ермолова Екатерина Николаевна, 51-го года рождения. Я из Кемерского дома-интерната для инвалидов и престарелых. Откуда меня, понимаете, просто выгнали за дверь, никуда, а просто на улицу. Ну, выгнали из-за того... Вы просите муж, да? Да. Выгнали только из-за того, что мы хотели иметь элементарные там человеческие отношения. Нас выписали, дали нам паспорта в руки. У нас не вещей, у нас там вещи, магнитофон, все там дома. Значит, и нас посадили в автобус, и это, едьте, и все. Потому что я, например, не могу сама передвигаться. А нас с 28 числа вот этого года, нас сняли с гособеспечения, повесили приказ. Вот, подошел автобус, приходит шофер, говорит, ну что, куда вы поедете, как вы поедете, давайте собирайтесь, что ли, в конце концов, долго я буду. А почему вы не поехали в Министерство соцобеспечения сразу? Да потому что ехать от себя к себе, ехать, это бессмысленно. Нет, здесь, в Москве, ведь находится Министерство соцобеспечения. До этого я был в Министерстве Москве социального обеспечения. Они не смотрят, они смотрят только на то, что там написали тебе. А проверять они не проверяют, они даже не звонят туда. Они не интересуются, они построили дома, говорят, дали вам крышу и простынь, хватит. Хорошо, давайте вместе с вами поедем в Министерство соцобеспечения. Хорошо. Ну хорошо. Хорошо. Так, хорошо. Подожди, сейчас там тюрьму создали, это тюрьма, хорошо, это не дом инвалидов. Поедем. Хорошо, поедем. Будьте любезны, познакомьтесь с нами, пожалуйста. Пожалуйста. Емельянова Маргарита Кирилловна, заместитель министра социального обеспечения. Ага. Понимаете, вот ситуация. Мы ехали на съемку, а вот встретились с этими двумя людьми, которые живут у нас вторые сутки на телецентре. Вот. Приехали не к нам, а не к вам. Мы-то считаем, что, наверное, это все-таки ваше дело, правда, больше, чем наше. Но... Если они не едут к нам, то мы не собираем во всей России людей, которые хотят приедут, пожалуйста. Приехали, мы сейчас разберемся с ними. Я не сомневаюсь, это не секунды. Где ночует и как ночует это? Я ни секунды не сомневаюсь, что вы разберетесь. Но вот что делать в этой конкретной ситуации. Мы посмотрели в их паспорта, и там штамп о выписке. То есть люди эти сейчас нигде не живут. Вот имело ли право руководство этого дома инвалидов поступать так, выбрасывать практически людей на улицу? Право такое есть относительно того, что люди не выполняют систематически того режима, тех правил, которые требуются по выполнению распорядка дня. Понятно. Поэтому людей, да. И плюс еще одно, их желание. Они, у нас ведь не тюрьма, а дом-интернат. Поэтому он свободно может прийти, это его право, в дом-интернат, и свободно может выписаться. Ну, как вы понимаете, они бы не приехали, во взгляд, если бы они свободно выписались оттуда. Я не знаю. Это знаем мы. Я прошу прощения. Не надо делать такие выводы, пока мы их не выслушаем. А что да. дальше делать, скажите? Что это выслушать надо? Они когда нарушали режим, они знали, что им дальше делать? Понятно, все. Просто вы хотели выписаться? Нет. А вот мы сейчас вас выслушаем, пожалуйста, слушаем вас. А где вы потеряли ногу? Как, ногу? Да, ногу. Ноги, я болею. Обе у вас, я просто не вижу. Да, подпрыгнуть попал. Подпрыгнуть попал?
А под поезд что? Это несчастный случай? Да, несчастный случай. И вы были в трезвом состоянии, да. И попали под поезд, да? До этого вы совместно не проживали и не знали, да, товарищи? Где? Проживали с 72 года. Ну, а ноги-то когда вы потеряли? В 72 году я в интернет пришел. И ноги уже, ног у вас не было, да? Ну, очень хорошо. А вы в дом-интернат как попали? Я инвалид детства. Я понимаю, я вижу порезы у вас рук и ног тоже, да? Ног, позвоночник. Ну и где вы до того жили? Кто у вас из родственников есть? Из родственников от меня отказались родители. И я всю жизнь жила в детском доме. Простите, ради бога, мы можем тогда быть свободны, значит... Простите, нет, но мы должны быть уверены, что хотя бы с этими двумя людьми, так сказать, они не останутся на улице и не будут жить у нас. Обязательно, да, о чем вы говорите? Они, у нас ведь таких людей не одни. Правда, надо жить в дружбе в доме-интернате и, во всяком случае, хотя бы с тем коллективом, который там есть. Спасибо вам большое, спасибо. А не выставлять там требования какие-то совершенно незаконные. Или еще что-то. Я не знаю, в чем дело, почему вас выписали. И за что, почему проголосовали за то, чтобы вы вот не жили в этом доме-интернате. Здравствуйте. Сегодня третья передача нашего цикла, совместного цикла журналистов московских, вернее, московского журналиста меня, Владимира Мукусева, и журналистов местной телекомпании «Взгляд из Новоуральска». Мы пытаемся вот в эти дни, праздничные дни, когда Новоуральск уже отпраздновал, но все еще волны праздника идут, отпраздновал свой 50-летний юбилей, пытаемся разобраться, а как живет Новоуральск и чем он живет сегодня. И в первой передаче мы рассказывали о том, как живут дети Новоуральска. Вчера мы разбирались, как живут те, кто работает, кто находится в самой такой активной фазе своей жизни. А вот сегодня мы поговорим о наших стариках. Причем стариках, вот это слово-то не очень красивое, да? А мы в том смысле поговорим, помните, как в одной замечательной песне поется «Дорогие мои старики». Дайте я сейчас вас всех расцелую. Так вот, об этих стариках, о наших с вами родителях пойдет разговор. И сегодня не ждите от нас громких заявлений, быстрого темпа, резкого смена ритма и так далее. Мы знаем, кто сидит сейчас у телевизоров. Сидят люди, которые, может быть, плохо слышат, не очень хорошо видят и не очень быстро понимают нашу быструю речь, когда мы должны очень быстро говорить какие-то там вещи, которые говорят. Спокойная сегодня будет передача. А почему мы начали сегодня ее вот с этого старого сюжета, взглядовского сюжета? Так тогда этот сюжет рассказал стране, и не только стране, но и руководству страны о том, что плохо у нас со стариками, плохо, потому что все эти замечательные реформы, замечательные иногда в кавычках, которые шли тогда в стране, к сожалению, они были направлены только на тех, кто мог им либо сопротивляться, либо их поддерживать. А те, кто не мог ни того, ни другого, дети и старики, они остались за бортом этих самых реформ и очень серьезно от этого страдали. Мы помогли тогда и этим двум, и еще очень многим инвалидам, пожилым людям, потому что после этого сюжета были уволены из Министерства социального обеспечения вся коллегия. Сегодня нет взгляда и нет той трибуны, с которой бы мы могли защищать наших пожилых, наших стариков. Но слава богу, что сегодня изменилась ситуация в стране. Сегодня есть власти. Власти городские, власти республиканские, власти, надеюсь, и страны, которые тоже думают о наших пожилых. Мы сегодня в Новоуральске. Давайте разберемся, как власти Новоуральска позволяют жить нашим пожилым людям, нашим инвалидам, как они заботятся о них. Сегодня ведут программу мой коллега и уже почти друг Руслан Мамонов. И, Руслан, пожалуйста, представляй наших гостей. Уважаемые телезрители, я представляю вам наших сегодняшних гостей в студии. Это Лидия Казакова, председатель профсоюзной организации неработающих пенсионеров строительно-монтажного управления номер 1. Валентин Тюменцев, заместитель председателя городской организации инвалидов. И Татьяна Мухамедзянова, пенсионер. Прежде всего, огромное спасибо, что вы пришли. Ну и, конечно, в первую очередь вам, Валентин Ермеевич. Те, кто хоть чуть-чуть
знаком с вашими проблемами, представляет себе, что значит подняться сюда на четвертый этаж и вот здесь в коридорах проехать сюда. Огромное вам спасибо, что вы нашли время и силы сюда приехать. И давайте теперь, уважаемый Валентин Ремеевич, прежде всего разберемся вот с этим сюжетом. Скажите, пожалуйста, можно ли сравнить Новоуральск там десятилетней давности и сегодня по отношению властей к вам, к инвалидам, к вашим проблемам? Видите, мы инвалиды. Когда со мной случилось это в 1974 году, я думал, что я вообще один во всем городе инвалид. Видел, что в больничном городке кто-то там болеет, кого-то ногу отрезали, но я как-то это все не воспринял. Прошло, когда ко мне в 1990 году обратились при создании городского общества инвалидов, ну, я обзвонил единственное где-то человек 25, кого я только знал, приблизительно инвалидов. Но когда мы начали искать наших инвалидов при создании городского общества инвалидов, и когда определилось уже на первых порах 800 человек, я был поражен, что как нас много. И поэтому в то время задавался вопросом, почему же о нас никто, и мы-то друг друга не знаем, и о нас никто не знает? Да дело в том, что из больницы мы были сразу отправлялись в домой, в четыре стены. Никаких не было, трудно было даже достать коляски в то время. Валентин Ильич, а сегодня? Вот реальное положение сегодня очень честно. Честно, если говорить, то при создании, уже говорю, то обращаюсь ко всем инвалидам, уже при создании городского общества инвалидов, где объединены вот такие, как я, и общество это обращает внимание уже и выискивает этих инвалидов, он уже подсказывает, как можно выходить из этого тяжелого положения. Лично вам легче сейчас жить, чем... Легче. Наши телефоны, как и вчера, 927-49 и 988-08. Звоните нам. Нам бы очень хотелось, чтобы сегодня в передаче звучали голоса тех, кто, может быть, не может выйти даже из дома. И единственная связь у вас вот с нами будет по телефону. Мы вас будем очень рады слышать. Ну и давайте мы от тем инвалидов перейдем к теме, что ли, более общей. А как живут вообще пожилые люди? И, конечно, для того, чтобы, ну, как мы говорим, провести маленькое исследование, мы вышли на улицу с камерой. И вот что сказал практически первый человек, который попался мне на автобусной остановке. А как вообще живется в Новоуральске пожилым людям? Мне нормально. А вы могли бы это доказать? Ну, а как это доказать? А вот из чего состоит вообще вот сегодня ваша жизнь? Моя жизнь? Ну, как вам сказать... Получаю пенсию. Сколько? 200. 200. Работаю. 200 пенсию, да? Да. Вы где работали? Я работал в управлении механизацией, экскаваторщиком. 48 лет работал на одном месте. Понятно. Вот 200 – это много, мало, нормально? Для прожиточного минимума мало. На еду мало. Хватает. Но ввиду... А квартира? Ну, у меня трехкомнатная квартира. Дорого платите? Я плачу 50%, потому что я ветеран труда СССР. Вот. За автобус сколько платите? Я не плачу совсем. А кто же платит за автобус? На автобус, наверное. Это администрация. Так, а к пенсии какие-то добавочки есть? У меня нет. Вот я хочу сходить. У меня орден славы есть. Медаль за трудовую доблесть. Ветеран труда СССР медаль. Вот. Казалось бы, ну я не должен ходить это выпрашивать. Конечно. У них. Но все же придется вот сходить. Говорят, что какая-то надбавка существует за орден славы. За Ленина, за Героя соцтруда и за орден славы. Но все не соберусь вот никак. Потому что пока не приперло, что ли. Мне почему-то кажется, что не должны вы ждать, уважаемые ветераны, чтобы, как говорит этот наш герой передачи, приперло. Скажите, пожалуйста, вся ли информация существует у пожилых людей о том, на что они не просто могут претендовать, а что государство им должно? И все ли местная власть делает для того, чтобы соответствовать тому, что должно им государство?
Ну? Так кто его знает, вся ли, потому что, может быть, и не вся даже. Лидия Николаевна, ну вот смотрите, простая вещь. За медаль, ну-ка за отвагу, самый главный солдатский орден. Конечно. Должна быть надбавка? Не могу я сказать, потому что действительно не знаю этого. А вот... Все ли надбавки дают немедленно? Информируют ли вас вот в тех отделах соцобеспечения, которые существуют? Нет, не информированы мы, поэтому и не знаем-то ничего. Лидия Николаевна, так? Это. Вы знаете, дело все в том, что вот все вопросы, которые возникают здесь, ими занимается наша социальная защита. И любую проблему, ну, по крайней мере, я не знаю, насколько доплаты к медали, но с доплатами, с пересчетом пенсии, я вот, например, решаю через своего агента, который приходит и приносит нам пенсию. Я формулирую вопрос. Отдаю, наша очень обаятельная женщина, она обязательно не забудет, позвонит и договорится, куда прийти. А в социальной защите очень замечательные люди, они, может быть, я еще не шибко пенсионер, как это сказать, со стажем, но вот все вопросы, которые я решала по маминой пенсии, ей 81 год, со своими проблемами, я информирована была вот путем вопрос-ответ. Понятно. Спасибо. Спасибо. Я хотел бы сказать несколько цифр, чтобы подчеркнуть важность поднятой сегодня темы. Сегодня в Новоуральске официально зарегистрирован 25 071 пенсионер. Это четверть населения Новоуральска. Поэтому важна та тема, которую мы подняли сегодня. Но не все так плохо, наверное. Хотя каждый пенсионер, каждый человек сталкивается с проблемами низкой пенсии, неустроенности детей и внуков. Но самое главное, эти люди страдают от недостатка внимания. Вы согласны со мной? Давайте посмотрим сюжет. Ваше продолжение. Мы будущее, которое вы защищали, говорили ребята на встрече с фронтовиком, героем Советского Союза Иваном Пащенко. Встреча с ветераном для них не просто дань исторической дате. Старшеклассникам 56-й школы интересно узнать о былых сражениях, о подвигах, о славе не из книг и кинофильмов, а из уст непосредственного участника боев. Стать свидетелями живых воспоминаний боевого летчика-штурмовика. Мы никогда не должны забывать о тех подвигах, которые они совершали. Они совершали ради нас, ради того, чтобы мы появились на свет и жили. Интересно узнать, чем жили наши предки. Человек рассказывает, это же как книга, живая история. Мы должны знать просто вот историю своей страны и ее героев. Иван Васильевич Пащенко воевал в 707-м Дунайском краснознаменном полку штурмовой авиации. Немцы называли их «черной смертью». Штурмовики бомбили вражеские эшелоны, танковые дивизии, аэродромы, склады с боеприпасами. Налеты совершали на бреющем полете, поэтому всегда присутствовал риск быть сбитым. Однажды в апреле 45-го в бою над Веной был пробит топливный бак его самолета. Стрелку дал команду «выпрыгай», Банникову минимум, стрелок. А в него заклинила эта кабина. Ну, я решил на живот. Как раз попалась такая полянка. Ну, луг, видно, луг был. Ну, и перед, уже когда снизился, мотор еще работает, ну, вот-вот-вот станет. И в этот момент смотрю, поле ровное. Я выпустил шасси и сел на колеса. И вот спас и самолет, и стрелка. Но потом уже сообщили, приехали, заменили бак, обмыли там, как черти были в мазуте, в масле. Вымыли нас, одели новые, дали костюмы.
Из беседы с Иваном Васильевичем ребята узнали, что звание героя он получил не за определенный бой или сражение, а за то, что совершил более 130 боевых вылетов, уничтожив немало техники и живой силы противника, и остался жив. Военная статистика тех лет гласила, практически каждый летчик-штурмовик погибал на 8-10 боевом вылете. Иван Васильевич нашел в старшеклассниках внимательных слушателей, а ребята в герое хорошего рассказчика. Но обо всем сразу невозможно рассказать, поэтому Иван Васильевич подарил школьникам книгу воспоминаний «Атакующее небо». Сегодня администрации города принято постановление о выплате дополнительных пособий, приуроченных к годовщине победы в Великой Отечественной войне. Вместе с пенсионным пособием в апреле участники войны, принимавшие участие в боевых действиях, члены семей погибших в годы войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, граждане, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком, жителю блокадного Ленинграда получат по 500 рублей. Труженикам тыла, совершеннолетним узникам концлагерей, тюрем, гетто и других мест принудительного содержания в годы войны будет выплачено по 300 рублей каждому. 176 выпускников Новоуральского профессионального училища вышли на преддипломную практику. За 3 года обучения они закончили курс общеобразовательных дисциплин, сдали государственные экзамены, а сейчас в течение 3 месяцев будут проходить практику на предприятиях города. В июне она завершится итоговой аттестацией и получением дипломов. Дворец ветеранов. Так назвали место своей дислокации члены городского совета ветеранов. В ближайшее время это здание на улице Фурманова, 21А, после реконструкции вновь примет своих обитателей. Сейчас здесь ведутся отделочные работы. Жизненный путь Любови Николаевны Сёмкиной наполнен горечью фронтовых воспоминаний и радостью маленьких побед над собой. С первых дней войны прямо с выпускного бала медучилища Любовь Николаевна попадает на работу в тыловой госпиталь. В операционной от вида крови было плохо только в первый раз, а потом тяжелые фронтовые будни, тысячи и тысячи раненых. И для каждого нужно найти доброе слово. Как я могла даже вот 18-летнему мальчику говорить «сынок» или «родненький»? И, в общем, все у тебя будет хорошо, потому что плачут дети. Вот одного ногу отняли ниже колена, и левую руку отняли, кисть. Представляете, 18 лет парень, мы ему все внушали. Все у вас будет хорошо, ногу вам и протез делает, и все. В общем, я сама удивлялась, где я вот эти слова брала. Тяготы военных лет не растратили душевных сил Любови Николаевны. Вторую мировую она закончила в Японии. В Новоуральске Любовь Николаевна 45-го года. Работу в медсанчасти всегда совмещала с общественной. Главный секрет, которым поделилась с будущими медсестрами Любовь Николаевна, это любить жизнь в любых ее проявлениях. Никогда не жаловаться, не сидеть дома, а руководствоваться принципом «движение – это жизнь». Знаете, о чем я сейчас вот думал, когда шла то, что мы называем «Новости одной строкой», вот эта вот наша рубрика в нашей передаче. 500 рублей – добавка. Да? Для тех, кто 500 рублей платит за стакан воды, им это непонятно. А 500 рублей для вас, пенсионеров, это ощутимо? Это очень ощутимо. Вы знаете, вот я расскажу, когда существовала стройка СМУ-1, оно как-то к празднику, к дню строителя, по 100 рублей даже выделяло, и на профсоюзные взносы. И я или собирала людей, или по квартирам разносила, всякое было. Но это было столько благодарности, вот понимаете, радости, что не забыли их. И даже вот, а вы говорите 500 рублей. Да 500 это вообще... А как-то... разве можно сравнить те деньги с этими деньгами? Нет, ну... Какие деньги можно? Конечно, даже вот сейчас, Дню города, значит... Я о другом. Вот... Я о сути этих денег. Это подачка или это заработанное? Это заработанное и с радостью принято. Это то, что они сегодня могут. Мы же ведь здравые люди, мы честно понимаем. Честно говоря, конечно, они... У нас город не резиновый, бюджет тоже. Они достойны большего, наши пенсионеры. Достойны большего. Но то ли государство нет денег, то ли сегодня еще. Есть это. Конечно. Вот это сегодня и дали. Это мало. Мы напоминаем вам, что сегодня 3-я передача цикла «Взгляд из Новоуральска», и мы хотели бы слышать ветеранов, которые, возможно, нам звонят. Звоним? У нас как раз есть звонок. Так. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Звонок сорвался. Мы просим прощения.
Продолжаем передачу. Но я хотел бы вот вернуться к тому, что вы сказали, все ли пенсионеры знают о своих работах. Безусловно, больше знают пенсионеры и те же инвалиды, те, кто более организованы. Тот, кто находится в профсоюзных организациях, кто состоит в каком-то обществе. Почему? Потому что эти руководители, вот лично и мы тоже, наше городское общество инвалидов, или как вот я еще дополнительно и в секции инвалидов комбината, мы их постоянно ежемесячно собираем по различным мероприятиям. А коль мы их собираем, то идет практически обзвонка каждого нашего члена. А отсюда мы знаем его ситуацию. Вы все-таки, ну вот удивительно говорить с пожилыми людьми. Ведь вы сейчас знаете, кого выгородили? Нас, журналистов. Да мы должны вас информировать. Спасибо вам большое за то, что вы вот удивительно. Вы знаете, я еще хотела вот на что обратить внимание. То, что люди, находясь в общении, они больше знают. Я из пенсионеров молодых очень. Вы не можете себе представить, как страшно выходить на пенсию. После очень активной жизни. Я директор школы, замначальника управления образования, и вдруг, хоп, и все. И я точно знаю, что мои коллеги, вот кто сегодня смотрит, они точно улыбаются и говорят, ну ты это. А я им сказала, девочки мои дорогие, у меня новая жизнь, параллельная жизнь идет, она не остановилась на этом. И самое главное, вот я поддержу своих коллег, это общение. Мы общаемся все время. Старые директора школ у нас даже работает. Три раза уже заседали. Клуб директоров. Клуб директоров, это хорошо. У нас есть звонок телезрителя. Да? Я предлагаю выслушать. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Володя, вас можно так назвать? Хотя бы поводно. Я буду очень этому рад. Это Калинина Нина Петровна. Здравствуйте, Нина Петровна. Андрей Андреевич. Володя. Вот я сейчас слушаю вот уже все дни вашу передачу. У нас получается, что все белое и пушистое. Вот я здесь выросла, здесь родилась, здесь строила город 36 лет. И сейчас вот я на инвалидности и на пенсии. Нам, конечно, социальная защита очень хорошо, много помогает. Но мы пенсионеры строительства. Мы всеми забытые и мы всеми брошенные. Никому мы не нужные. Пенсия... Неужели у нас бюджет городской, вот допустим, это самое, не может нам доплачивать хотя бы не полностью до прожиточного минимума, а хотя бы до 2000 нашу пенсию? Потому что мы ниоткуда ничего не возьмем. У нас Спасибо. Союзной организации нет. Я должен извиниться перед вами и перед всеми теми, кто делал мне замечания эти два дня, что я перебиваю, не даю договорить до конца и так далее. Я просто с предложением, извините, что я вас перебил. У нас послезавтра дебаты. Там будут участвовать кандидаты на пост мэра. И действующий мэр, и его соперник. По-моему, это вопрос к ним. Понимаете, вот сегодня я выступал, и у нас была очень трогательная встреча в городском центре, как он называется? Внешкольной работы. Внешкольной работы. Городской центр внешкольной работы. Так вот, там собрались учителя. А у меня до сих пор, вы знаете, вот хоть я сам учитель, сам профессор, а меня немножко так потряхивает, когда я вижу много учителей. Хочется сразу там что-то им такое сказать за оценку. Так вот, мне был задан вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы подбираете гостей в студию? Так вот, по очень простому принципу. Это люди, которые владеют информацией, которые знают проблемы города, которых знают в городе, и которые не дадут ни нам соврать, ни сами никогда не соврут, потому что это цвет вашего города. Вот по такому принципу и подбираем. Поэтому, если есть у вас, уважаемые гости, что ответить на этот вопрос, то прошу вас. Я могу ответить. Так. Сейчас строители, пенсионеры вливаются и почти уже влились в городскую территориальную профсоюзную организацию. Вот, значит, поскольку наступил юбилей города, то наш председатель Красильников Станислав Николаевич, он от спонсоров всех строителей добился немножко денег. Значит, нам выделили по 200 рублей денег. Все были очень как-то обрадованы. Лидия Николаевна, я услышал слова, за которые сразу зацепился. Спонсоры? Мне не нравится слово спонсоры. Ну, я не знаю, бюджет. Может, я и не... Секундочку.
праздник, опять же, праздник кончился, и что, эти спонсорские подачки кончились? Да, не знаем, чем кончится, пока не знаем, потому что все это, извините, в одни и те же дни произошло. Ага. И День города, и мы подали списки в эту организацию, и тут же и деньги получали, еще не все получили, еще и получают, и завтра будут получать. Вот управление механизацией и еще какое-то предприятие. Значит, таким вот образом, кое-кто не остался неохваченным. Потому что, ну, стройка вот развалилась. Ну, вот мое родное СМУ-1, где я проработала 36 лет, как один день, значит, и ушли люди. Ну, они некоторые пенсии оформили по вредности в цехах ОХК работали, ушли давно в ЖКУ там или куда-нибудь, и не встали на учет. И вот теперь опять это снова, значит, стараемся им помочь. Хоть и они молодцы, и строители же скромный народ, они не умеют возмущаться. Я вообще не знаю пожилых людей нескромных. Вот вы знаете, удивительная вещь, но, по-моему, старики вообще в принципе скромные. А правильно ли всегда быть скромным? Может быть, надо кулаком по столу? Да, дай! Может быть, и надо, но мы просто такое поколение, мы не умеем этого делать. Вот в чем беда-то. Мы же привыкли, наше детство прошло в войну, юность и учеба за после войны. И вот тяжело. Так вот все в трудностях и в трудностях. Мы настолько с ними свыклись, что стучать не умеем. Это слава богу, что есть еще здоровье, стучать, но вы не умеете. А некоторые, может быть, умеют, и здоровья нет. А вот тогда есть что делать? Есть. Вот да. Давайте мы посмотрим сюжет один, по-моему, очень интересный по этому поводу. Среди тех, кто обращается за медицинской помощью в третью поликлинику, каждый пятый пожилой человек, старше 60. А более 500 человек получают медицинскую помощь на дому. С утра в дневном стационаре городской поликлиники многолюдно. Здоровье поправляют в основном пожилые люди. Прожил уже 80 лет. Сейчас решил подремонтироваться немножко. Давление было высокое. В стационаре, понимаете, как-то навевается вот это вот больничное, психологически действует на больного, еще отрицательно сам стационар. А здесь, ну... То есть получили курс лечения, да, пришли домой, в родные стены. Да. Это очень хорошо. И, конечно, вот я как медик, я с 55-го года работаю в медсанотделе. Я считаю, это прогрессивный метод оказания помощи. У нас такая работа оперативная, я бы сказал. Сегодня нас ругают, завтра нас хвалят. Но, в общем, это к нашему, ну, можно сказать, твердо. Я не боюсь это слово сказать, и присутствие, не в присутствии, а вот, ну, нашим уважаемым горожанам. Наверное, все-таки больше нас хвалят. К тем пенсионерам, кто не может выйти из дома, врачи приезжают сами. Это не экстренные вызовы. Врач выезжает уже с карточкой больного и необходимыми лекарствами. Сейчас лечение на дому проходит 13 пожилых людей. Ну как дела у вас сегодня? Да, голова сильная. Набаливает? Ну, погода, наверное, что ли. Погода меняется, и бабка меняется. Ну так и есть. Шулигринюга, я совсем не хожу. Я даже на улицу не выхожу. Мне ноги совсем не ходят. У меня и ранение было в ноги. Фронтовые? Да, фронтовые. Я на фронте 3 года была. А кем вы были, медсестрой? Нет, я была шофером. Работала на машинах в танковой дивизии у Жукова. В Берлине я была уже 5 мая. А часто ли удается на концерт вам выскочить, и вы бы понимали, что этот концерт для вас? Я понимаю, что, наверное, рок-группа с криками, визгами и дыбами – это немножко не ваше. А вот концерты для вас делаются здесь? Концерты для нас делаются. И театр приглашает, и просто специально в МДК стройки, и в МДК, в Доме культуры УХК –
специально для пенсионеров делается. Но, вы знаете, как-то меня уговариваете, что все у вас хорошо. Нет. А мало или много, или достаточно? Вот. Да дело в том, что порой ведь их не вытащишь из квартир. Ах, вот оно. Не вытащишь. Нет, вот его запросто. Но вот у нас 4,5 тысячи инвалидов в городе, примерно. Угу. Активных, вот которые могут на наши мероприятия, мы мероприятия проводим в месяц, примерно по 2-3 мероприятия в месяц. Это спортивное, это культурно какая-то развлекательная, это клубы общения для малоподвижных. Начинаешь обзванивать. Вот понимаете, вот в городском обществе инвалидов 60 коллег. Более активных где-то, ну, человек 20. Наиболее активных 15. Ну и глава самый активный. А когда приехать надо на какое-то, вообще только 8. Бывали случаи, что вечером звонят, собирается 12 человек колясочников, допустим, приехать. Когда начинаешь собирать их отказы, собираешь только 5. Это все болезнь. Сложно, конечно. Спасибо вам за ваш ответ. Напоминаю, у нас есть телефонный звонок. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер, уважаемые ведущие и гости. Здравствуйте. Вам звонит Галина Григорьевна. Здравствуйте, Галина Григорьевна. Когда мы говорим о пенсионерах, то, конечно же, пенсия для пенсионера – это главный момент в его жизни. Но я хотела бы сказать от имени группы пенсионеров о том, что многие бы из них хотели бы быть востребованы и передать свой опыт и знания молодежи, то есть хотели бы работать еще, и они могли бы работать. Вопрос состоит в том, почему не всегда есть возможность пенсионеру быть востребованным. Спасибо. Спасибо, спасибо. Почему? Ну, вы знаете, я не могу сказать этого по управлению образования, потому что у нас очень много трудятся еще на сегодняшний день, преподают пенсионеры. Это отличные учителя. Это такая сила, если вдуматься, то, что связано с воспитанием детей. Это отличные люди. Они дадут фору любому молодому, нашей учительнице. Ну, уж во всяком случае, наши гости точно. Да, потому что, вы знаете, востребованность, вот я об этом и начала говорить, когда востребован человек, когда есть с кем общаться ему, когда есть общение. Вот был предыдущий вопрос, я расстроилась, все голубое, пушистое. Не может быть голубого, пушистого у пенсионеров. Нет, всегда все сложно. Это мы стараемся все-таки не навязывать себя. Но люди, которые с нами работали, они постоянно знают и помнят. Мы для этого что, и собрались. Что такое востребованным? Это чтобы за оплату или как общественник? То две вещи разных. В последнее время больше востребованы, обращают о том, чтобы им платили. Но ведь среди нас, вот таких обездоленных, мы нуждаемся именно в общественном внимании своего соседа, организации, где я раньше работал. Вот мы чего-нибудь больше морального. А города? У нас есть еще один телефонный звонок. Давайте послушаем мнение телезрителей. Сорвался. Опять вас нет. Да здравствуйте. Мы слушаем вас. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам дозвонилась Раиса Георгиевна. Здравствуйте, Раиса Георгиевна. Очень приятно. Меня учитель с 50-летним стажем вчера в автобусе чуть не избил молодой мужчина. И только за то, что мы с попутчицей говорили о том, что старикам-то в нашем городе живется в самом деле, как у Христа за пазухой. Господи. И что же это делается-то? В прямом смысле закрывают рот. Вот поэтому и пробивалась к вам на передачу. Пусть услышат наш голос. Нам хорошо в этом городе. Тепло и спокойно. Мы защищены и обласканы вниманием. У меня много друзей. У меня много учеников по всей стране. Они нам на Уральском все завидуют. И это пусть точно. Москва на нас равняется. Спасибо. Пусть я хочу к вам, Володюшка, поклон сделать низкий от всех пенсионеров науральцев. Точно. Заставил ты нас посмотреть на себя. На что нам ведь не за что совершенно не на чего обижаться. Иначе мы останемся у старого разбитого корыта, как у сказки о золотой рыбке. Спасибо. Я очень жалею, что мы с вами говорим по телефону, и вы меня видите, а я вас нет.
Как бы мне хотелось с вами встретиться, и я, наверное, попытаюсь это сделать. Вы, пожалуйста, если можно, оставьте нам нашим операторам сейчас ваш телефон. Давайте попробуем с вами увидеться, например, на тех же дебатах. Я все как долдон про эти дебаты, но мне так хочется, чтобы дебаты были, дали возможность выбора, а не грязи, крика, всей той мерзости, в которой сейчас живет, к сожалению, Новоуральск. Мне очень хочется, чтобы вы видели и слышали правду. Продолжаем передачу. Спасибо за звонок. Спасибо вам за звонок. Хотелось бы еще одну цифру озвучить. Вот из тех 25 тысяч пенсионеров, сегодня 18 тысяч неработающих, но 7 тысяч нашли в себе силы работать сегодня. К сожалению, среди наших пенсионеров, стариков в хорошем смысле этого слова, есть те, кто волей рока оказался один. Среди них те, кто нуждаются в постоянном постороннем уходе, в посторонней помощи. Я говорю о Новоуральском доме для ветеранов и инвалидов. Давайте посмотрим сюжет. Иван Ивановича зовут в интернете «Пермяк соленые уши». Узнав о том, что он умеет играть на гармошке и петь соленые деревенские частушки, кто-то из сотрудников принес из дома старенький инструмент. Недавно Иван Иванович похоронил жену сына, ослеп. Сегодня со страхом думает о том, что было бы с ним, не будь в нашем городе такого приюта для одиноких людей. Ни заботы, ничего. Все постирают. Всегда в чистоте. Нет, здесь в каждой комнате телевизор, радио, пожалуйста, все. Все удобства, короче говоря. Всю войну под Подмосковье, в Москве прожила, а там по замужеству в Забайкалье уехала, так, да, и за границей пожила, даже в Монголии 2 года командировали, муж военный был. 2 года пожила там, я 50% монгольский язык знаю, запомнила. Ну, мы там жены не работали, домохозяйки были. Вот, так что у них как-то легкий казался, или молодость была, запоминалась так хорошо, и все интересно было. Что-то у нас вроде место свободное есть, а никто не идет к нам, почему? Не оформляется, что-то бабки не хочет, боятся, наверное. А если бы они знали, что тут хорошо мы живем, они с удовольствием пошли бы каждое. Теперь дети обижаются, эти молодежь. Стариков не надо никому. Вера Витальевна всю жизнь работала с детьми. И сейчас каждую свободную минуту тратит на создание таких вот крошечных книжек о цветах. Их она дарит воспитателям любимого 37-го детского сада. Мы собирались за стаканом чая. Было о чем поговорить? Вечер последнего цветка. Я тогда столько узнала о хризантеме, вот, может быть, поэтому я захотела в Японию. Годы берут свое, но Иван Георгиевич по-прежнему любит самостоятельно гулять по городу и, как прежде, интересуется политикой. За женский пол за ваш не стал голосовать. Шибко много миллионов истратила, получила 0,1. А у нас парк тут купеческий парк. Начинает потихоньку, с каждым днем, говорит, увядает, помят, поломаны, пуст, и только где-то в углу расцветает акации, сломанные кусты, так тут же будет. Загораем. Вот так и живут эти милые старики, казалось бы, в казенном доме, хотя его так назвать трудно. Сегодня в детской художественной школе прошло награждение дипломантов областного конкурса «Эскиз» по декоративно-художественной композиции. Такой конкурс проводится впервые. Участники конкурса представили на суд жюри и зрителей работы аппликации на темы «Певучая весна» и «Ветер». Оценивалось их умение трансформировать реальные формы в соответствии с конкурсной темой. Среди 12 лучших работ дипломами второй степени были награждены ученицы Новоуральской художественной школы Юлия Кудисова и Алена Никулина. Уже на 90% сооружен фундамент детской поликлиники в Южном районе. Монтаж основного каркаса этого сооружения ведет строительное предприятие «Корвет». Пока строители ни разу не выбились из графика работ.
Продолжается дружба ребят из детского дома поселка Весим с ветеранами профсоюзной организации неработающих пенсионеров УВХК. Совсем недавно дети прислали своим шефам рисунки и поздравления к 50-летию Новоуральска. А ветераны УВХК уже вновь готовятся к поездке в Весимский детский дом, куда они поедут в апреле. На пожертвования, собранные активистами, будут приобретены необходимые весимцам посуда в столовую и инвентарь для сельхозработ. Все равно, наверное, ничего не заменит общение детей и пожилых людей. Вот, какие бы мы тут ни рассказывали эти все истории. Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к молодежи Новоуральска? Сегодня она такая же, которая могла бы рядом построить такой же Новоуральск. Вы же его строили. Молодежь, как она была, так и она. Это наше будущее. Правда говорят. Ну, есть же бурчат, стрики, Вот вам же передали о том, что женщину обидели в автобусе. Да, но ведь это частная случай. Это негодяй. Это спору его нет, Бог накажет. Спору нет, что проблем хватает. Проблем и прочего хватает. Но не надо, все-таки надо смотреть вперед. Надо смотреть на детей. Ну вот, сейчас вот посмотрите, буквально 5 лет назад в школах не было, ну какой-то. Сейчас очень много, чуть не каждая школа специализируется по какой-то художественной самодеятельности. Или еще, то есть дети все заняты чем-то. Все замечательно вы сказали. Наверное, мы послушаем еще и мнение телезрителей. Вдруг, пожалуйста, нам прокомментируют. А вот вы еще не показывают, вот здесь показывали выставку детей. А не показали почему-то замечательнейшую выставку ветеранов ОХК, выставку тех же городских инвалидов. Ведь это тоже замечательно. Вот и хорошо. Вот записывайте, товарищи. Это камень уже в наш огород. А ведь садоводческие выставки какие замечательные проходят. Я согласен с вами. Я очень рад. Давайте послушаем телефонный звонок. Вы в эфире, мы слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Уважаемые пенсионеры и уважаемые ведущие, Владимир Екремович меня зовут. Я хочу спросить, у нас пенсионеры будут лечиться нашими лекарственными препаратами, которые будут выпускаться в нашем городе, или нет? Почему нет? Ну, наш город не выпускает. Вот опять вопрос, на который я ничего не могу сказать. Я не буду говорить ничего про те дебаты. Объясните. В завтрашних дебатах это знают определенно Валентина Горыч. И если будут какие-то выпускать лекарственные препараты. А что, здесь есть фармацевтическая фабрика какая-то? Нет. Да, у нас здесь открывают. Где-то в районе УПП построена линия. Позвольте вас проинформировать. Это так называемый завод по производству лекарственных препаратов «Медсинтез». Ну, вот видите. На сегодняшний день я действительно не владею информацией, будет ли управление здравоохранения городское закупать лекарства именно там или где-то в другом месте. Я обещаю вам, уважаемые телезрители, что мы обязательно найдем ответ на ваш вопрос. Ну, если будет, то я не думаю, что нас обделят. Да. Не думаю. Во всяком случае, колбаса наша точно лучше. Я думаю, что лекарства наши точно лучше. Продолжай, пожалуйста, Руслан. Самая последняя новость, на этот раз позитивная, к сожалению, она не совсем подходит к теме нашего сегодняшнего разговора. Пришло необычное письмо как раз перед эфиром. Союз Федерации футбола Урала, учитывая большую работу, проводимую администрацией города Новоуральска по развитию футбола, решили признать наш город победителем среди городов Свердловской области и выделить городу Новоуральску искусственное покрытие для целого футбольного поля. Представляете, какая радость для любителей активного отдыха. Да, а мы продолжаем наш разговор. Ну, продолжаем нашу передачу, а не разговор. Давай мы посмотрим сюжет. Давайте посмотрим. Я предлагаю вам посмотреть сюжет о необычной семье. Не совсем обычной. Представляете, встретились двое москвич и петербурженцы. И житель Питера. Да. И что из этого получилось? Новоуральск. В том саду, где с тобою мы встретились, ваш любимый куст хризантем расцвел, и в душе моей расцвело тогда чувство нежной и страстной любви.
всю жизнь я пою романсы для Гебеды Петровны. Живут на свете два человека. Один в Москве, другой в Ленинграде. Потом оба приезжают в наш город, который городом-то еще не был. Встречаются, и город становится их судьбой. Закончила в 50-м году педучилище. Собиралась в институт. Вызвали в горком комсомола, предложили интересную работу на Востоке, но с условием не узнавать куда. Вдвоем предложили, и вот мы вдвоем поехали. Тогда было модно учить детей дипломатов в Китае. Мы были убеждены, что нас отправляют в Китай. А конечный пункт был Екатеринбург. Мы приехали, нас встретили от Колесниченко. Товарищ был. И посадили в электричку до станции Рудянка, куда мы приехали поздно вечером. Нас привезли в деревенскую школу. Вот тут был самый настоящий рев. Мы поняли, что никакого Китая нет, и испугались, что останемся там. Но мы не двое приехали, у нас целый вагон был. Вместе с нами приехал Павел Вечерин, в последующем наш комсомольский секретарь. Он нас и успокаивал. Ничего, говорит, девочки, наверное, это не конечный пункт. И действительно, утром приехали грузовики, нас посадили и привезли в этот город. Но здесь уже, конечно, ликование. Нам показалось, что это сказка. Электромеханический закончил. И вот по путевке приехал сюда. Когда мы беседовали, глава семьи все время посматривал на часы, боялся опоздать на репетицию. Он поет в музыкальном коллективе «Надежда». Вот сейчас у 2 часа у нас там концерт, репетиция, я уже сижу. А не пойти как-то иной раз, ну, не то, что не хочется, или настроение плохое, или чувствуешь себя не очень. Пропустишь его, а потом ходишь, думаешь, мать знает, меня там ждали. Возраст уже немалый, и надо радоваться каждому дню, что ты живой, ты еще не калека, можешь что-то делать. В каждом возрасте есть ведь что-то хорошее. В молодости там танцы, развлечения, спорт. Сейчас это отошло на другой план, зато благотворительность, вот это... Углубленное чтение каких-то произведений. Вот увлеклась Рерихом, картиной Рериха у меня. Раньше ничего о нем не знала. А сейчас даже съездила в Рериховский центр в Москву. В прошлом году супруги Лавреновы отпраздновали золотую свадьбу. Город их судьбы моложе на год. Здесь они были молоды. Здесь родились их дети, внуки, их правнуки. Здесь удалась их жизнь. Получила высшее образование заочно, уже имея 2 детей на руках. В свое время университет марксизма-ленинизма закончила, отделение этики и эстетики. Все равно для общего развития это что-то дало. По работе, ну, с рядового учителя до директора школы, а выше уже и не надо. И работу всю жизнь любила, свою работу. Я не ошиблась в выборе профессии. Очень люблю детей и сейчас с удовольствием с ними общаюсь. И в этом вижу самое большое достижение. Вообще, по-моему, удивительная семья, прекрасная семья. И вообще, это вы такая сила, если вдуматься. Вот вы знаете, с ней вы знакомы лично, потому что Генрета Петровна вообще уникальнейший человек. Добрейший, строгий, но... Удивительный человек. Удивительно, какое наше учительство. Практически ведь вот мы к завершению подходим. Мы очень сегодня не хотели быть назойливыми, навязчивыми, и мы хотели больше слушать вас, чем говорить. По-моему, нам это удалось. Удалось, Руслан? Или... Я думаю, удалось. Давайте попробуем выслушать еще один телефонный звонок. Мы слушаем вас. Вы в эфире? Здравствуйте. 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 Я хотела поблагодарить, не знаю даже кого, вообще город. И слышно вам? Слышно, слышно, да. Вот. Хочу сказать еще, чтобы не упустили, здесь все говорят хорошие слова, и я хочу хорошие. В кинотеатр Нейва у нас, например, водят бесплатно, или как это предлагают, бесплатно, очень часто, и не к праздникам, а вообще просто вот. Когда хороший фильм, самые лучшие фильмы, и мы первые смотрим. Потом в Доме культуры «Строитель», например, очень часто проводятся концерты
После концерта танцы под духовой оркестр, и все пенсионеры танцуют. Вы хоть бы раз посмотрели у нас, как весело и хорошо проводят время там. Бесплатные лекарства у нас. К праздникам приносят подарочки домой. Вот кто, например, не может, чаепитие устраивает очень часто. С днем рождения по телевизору поздравляют. В театр даже в Свердловск возят бесплатно. В Верхотуре экскурсии делают, не в Невьянск. Потом еще служба социальная у нас есть. Одиноким пенсионерам доставляют продукты домой. Вот очень много, даже не вспомнить все. Просто я не все время жила здесь в городе, хоть я и родилась здесь. Но мне пришлось жить несколько лет, много лет где-то в другом месте. И я, у меня есть с чем сравнивать. Поэтому обижаться на самом деле пенсионерам, инвалидам тем более в нашем городе нельзя. Спасибо. Спасибо вам за звонок. Вы знаете, вот я сейчас слушаю, и мне не покидает ощущение, что ведь это все не заслуга, и это все не подарки. Это мы вам, мы в том числе и журналисты, я имею в виду вот те, кто может работать и должен работать, мы вам все это должны. А получается так немножко, что вы нас за это благодарите. Наверное, это не совсем верно. Мы должны. Вы знаете что, давайте мы вот чем закончим нашу передачу. Вот сейчас вас смотрят наверняка и те, кто внутренне раздражен, есть, кому все не нравится, кто считает, что если вот вернется то старое, что было, сегодня снова все будет хорошо, только ведь молодость-то не вернуть, вот беда. Поэтому, может быть, вы вот в силу своей силы, энергии, всего того, что вы здесь продемонстрировали, прежде всего, мудрости житейской, обратитесь прямо к ним уже без нас, без журналистов. Не надо унывать, не надо переживать. Жизнь хороша тем, что она есть. Если бы нам в эту жизнь вернуть еще взгляд, если бы нам в эту жизнь вернуть еще международную панораму, которую мы все уважали. Понятно. И тогда, вы знаете, спасибо вам огромное. Вы заставили нас взглянуть на себя по-другому. И мы вот уйдем сегодня, но будем много еще говорить. Вы спасибо. Всколыхнули нас. Спасибо. Спасибо, Татьяна Юрьевна. Спасибо, Лидия Николаевна. И спасибо вам, уважаемый Валентин Ильич. Не знаю, можно ли вам пожелать там счастья, успехов, но я желаю вам, знаете, здоровья. Я все-таки хотел бы еще сказать инвалидам, потому что когда говорят, что ты инвалид, и человек сразу получает огромное стрессовое состояние. Не замыкайтесь, не считайте себя уж совсем потерянным человеком. Найдите в себе силы воли, найдите, взгляните на себя. Обратитесь к нам, если уж когда вам тяжело будет, мы направим вам. И приходите к нам, и вам будет весело. Спасибо. Не замыкайтесь. Спасибо. И... Ну, у нас скоро дачный сезон начнется. Мы все опять воспрянем, кто знает как. Болезни уйдут прочь. А грядки нас завлекут больше всего на свете. То есть у природы нам, нет плохой погоды. Да, нет, нет. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. И давайте последний раз выйдем на мою уже теперь любимую улицу Новоуральска. И всего вам доброго. До завтра. Я лично вот отработал 29 лет. Я, квартира у меня есть. Собственная стала квартира. Вот. А мы, пенсии хватает? Да. Мне? Да. Ну, надо бы маленько добавить. Маленько, немного не надо. Вот если в этот раз добавят в апреле обещают, порядок будет. Ко Дню Победы нам обещают обратно деньги. Вот, так что я не обижаюсь, у меня нормально. У меня три сына, все работают на комбинате. Все работают хорошо, меньше 8-го разряда нету. Вот так. А невестки? А невестки все работают. Невестки у меня хорошие, мать честная. Я доволен ими очень. Вот такие дела. Тоже все работают? А? Все работают? Все работают. Семья хорошая у нас. Очень хорошая. 6 внуков, а одна внучка. Вот. 2 правнука. Так что все. Да, скажите, а может быть их отправить куда-нибудь в Екатеринбург или в Москву? Никуда не надо, никуда. Зачем? Дедушкам, бабушку я схоронил, остался один. Они сами мне помогают. Звонят, все, как дела? Вот сейчас только звонила сноха. Как папа дела? Я говорю, нормально, все. Встал, поел, пошел гулять. Вот так. Все. Ну что, спасибо вам большое. Хорошо. И вам спасибо. Давай. Спасибо. Давай. По
пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство. Пусть голова моя седа, не только груз, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо и никому не отдам, мои года, мое богатство.